Друзья, всем привет! Вы на канале Медлама, и мы, как всегда, не сидим дома. Сегодня у нас среда, сегодня у нас праздник, День защитников Украины, День казацтва, поэтому всех, кто к этому причастен, поздравляю с праздником. На момент видео, наверное, это уже будет прошедший, конечно же, праздник, но все равно всех поздравляю. А мы решили пройтись, прогуляться в лес, который находится возле экопарка, точнее между экопарком и поселком Жуковского. Тут очень красиво, и, конечно же, обязательно нам нужно зайти к ламам. Погнали с нами! Прошлись мы немножко по лесу, вы посмотрите, какая красота, посмотрите, сколько здесь цветов. Здесь и розовый, и желтый, и зеленый, и оранжевый. Это просто настоящая золотая осень. И просто послушайте, как здесь, какая здесь тишина. А у нас пришло время обеда, на часах времени 2 часа дня, и значит, что нужно, конечно же, кушать. Мы нашли такое место вдали от людей, здесь, в принципе, никто не ходит, здесь такая заросшая старая дорога. Мы повесили гамачки, у нас тут такое именно уединенное классное место. Ну что, берите вкусняхи и садитесь с нами, приятного аппетита! Итак, друзья, вот так прошла наша сегодняшняя прогулка. Посидели в лесу, отдохнули, повисели на гамаках, зашли в экопарк. И, кстати, в экопарке существует такая вещь, как добрый дом. Это волонтеры, которые собирают по городу котов, собак, которых сбила машина, либо просто где-то выкинули. Они их собирают, стерилизуют, лечат и потом раздают. Поэтому... кто не нашел себе еще друга, обязательно придите к ним и возьмите себе котенка или щенка, либо уже взрослое животное. И таким образом вы обретете себе друга, и, конечно же, вам будет с ним веселей. И, конечно же, зашли мы к ламам. Это у нас долина альпак. Выглядит она вот так, вот очень круто. И здесь есть как альпаки, так и ламы. Поэтому и сюда обязательно зайдите и посмотрите. Здесь очень круто. Их можно погладить, они дружелюбные, они подходят ко всем людям. И их можно даже покормить. Они очень любят морковку и бурячок. Поэтому приносите им вкусняшки, они будут рады. Как всегда, помним, что ламу не нужно расстраивать. Пишем комментарии, оставляем лайки. И до скорой встречи. Обняла.